Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Персию. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка на нее появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть сначала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Фига себе тут у грека чудо. Неужели он его не нашел? Просто почему не поставить около него город? Ну это просто эти науки. 4 науки с клетки, в то время как у меня просто 8 науки. Это супер просто. Ага. Там ничего не видно. Спайсы кому-нибудь нужны? А соли есть? Так, надо... Нет, соли нет. Ясно. Деньги надо выйти в обработку железа, ну, конечно давай. Же. Для моих уникальных юнитов. Для этого железный рудник нужен. Ну, вот здесь, то есть, надо будет после правительственной площади, наверное, рабочего построить. Ну да, спайсы на соли получается. Еще обработать счастье, потому что ведь у меня в Тарсе счастья нет. Ну, 6 городов как минимум становится, причем это вполне нормальные города. Здесь 1, 2, 3. На месте варварского лагеря придется, видимо, город ставить. И где-то тут еще внизу можно будет 7-й. Не очень удачно. Тут получилось, что никто не может на этой реке города поставить. Мне надо ходов через 5, наверное. Нет, ходов через 3 заключать дружбу с греком. Блин, грек, походу, вообще ничего не исследовал. Руинки стоят. То есть вот тут город на месте руинок, смотрите, просто офигительно будет. Это вот, конечно, да, он вышел в темный век с одним очком, но при этом он не знает этого офигительного места. То есть вопрос, ну, получил бы у тебя 5 очков было, а не одно очко темного века. Ну, зато город бы поставил очень классный. Теперь не факт, кстати, что у него влезет вообще сюда город. Правительственная площадь. Не, кампус не хочу. Что у нас тут? Поселенцы пока. 4 хода. Ну, как раз, видите, у меня закончится поселенцы. Политическую философию я открою. Давайте строители. Мне еще надо мое уникальное улучшение за перса построить и выйти в лучников моих. Но для этого мне надо ускорить железный рудник сделать. Леша, я сюда город поставлю к акции. Ну, ставь. Ну, тебе кажется, там будет лояльность слишком сильно на него действовать, нет?
А это у тебя столица? Я просто вообще ничего не разведывал. Нет, это не столица, но там и мой город, и недалеко город китайца. То есть я не против поставить, но я тебе просто предупреждаю, что у тебя может быть... Ставь, ставь. У меня 53 должен выстоять. Ну что, тут ставим или сюда пониже? Вопрос. Не, ну тут город здесь будет, да, здесь. Надо здесь оставлять пока. Надо, наверное, Лян в Парсу садить, здесь будет. Или пока в эти города развивать. Тогда не Лян, наверное, а... Рейну в Экбатану, чтобы клетки быстрее присоединялись. Вот минус такого стремления в темный век в том, что ты не разведываешь территорию. И ты, Грек, очень-очень много всего классного пропустил. Я даже не уверен, что стоило для тебя выходить в темный век. Ты мог офигительные города поставить вместо того, чтобы вот так. Зато я в золото так вышел. Так вышел. Даже без напряга. Какой город? Тут еще и два кита. Вот здесь город ставить. Я не знаю, просто может он... А, кстати, мы можем увидеть. Да, тут не влазит. Ну, ему, видите, придется... Почему? Это даже верность. Город. Я просто рядом с границами грека уже две руинки нашел. Вот просто в соседних клетках с греком такие лежат. Он вообще... То есть он просто... Такое ощущение, что вообще просто старательно ничего не исследовал. Ну как ничего там криминального нет. Да. Подвисает игрулька. Отлично. А. Убился от меня. Фантом, откуда этот варварский разведчик пришел? Ну, там лагерь стоял на рисе. Лагерь-то я забрал, но он походу не откуда. Видишь, он без этого, без маркера. Чё? Чё там, 120. И седашь, гранит. Как бегут с тундры. Ты ж сам жалуешься. Я его немножко... Это, Я тебе дружбу заключу уже с греком. Значит, надо запомнить. Кто 35-й ход. Кто меня так любит, ставить так, что я сам себя слышу, причем громче, чем я говорю? Блин, у грека территория... Может, это может быть. Грека надо будет сносить, конечно. Конечно. Два хода до денег. Надо два хода что-то построить строителям. Коммерческий район в Пасаргадах, мне кажется, тут надо будет делать, чтобы с гаванью было соседство. Так. Что там по империи, Фантом? Ну, по-моему, у всех пока три города. Меняем на олигархию, на, или наверное на олигархию пока. Да, не может быть.
Это убираем. Черную карточку пока не ставлю, мне до города никогда поставить. Никогда такого не было, и вот опять. Производство во всех городах, плюс 2 влияния и... На строителей. Короче, немец, смотри, два варианта есть. Я могу бахнуть на рис, и у тебя влезет еще один город на молотко. Либо я бахаю на клетку ниже, если поставить, там ничего не понятно. Я направо вверх не буду ставить, там с китами я рядом не буду ничего ставить. Отлично тогда. Начну пока. Зал при... или торговца? Давайте торговца сразу. Я забыл, что дается торговец, когда в политическую... Персу дается торговец, когда выходим в политическую философию. Просто очень удобно, потому что мы ничего не успевали сделать. Еще одна руинка. Ну, это хорошо, но... Ой, кто это у нас тут оракула строит? Ирландец, француз. Что? Вы дружить не хотите? Что там у них с наукой? 13.1 у... Инвиктуса 9.8, что у них у всех. Ну, кампус что ли построили? Антон. Да. Там далеко от меня? Да, очень далеко. На другом краю. Ничего себе, ты побежал. Так, прямой наводкой. Почувствовал Инвиктуса и прибежал. Чувствовал меня? Тут руинка есть. Вообще, может мне скаута построить? Грек это я вряд ли соберу. А вот снизу собрать руинки. Так, деньги есть. Эти что? Я тут куплю. Куплю строителя. Опа, а как я тут не успел поселенца достроить? Там же было как раз только ходов сколько. Это не очень удачно. Как можно ничего не успеть сделать за 2 минуты? Чё, любовался на Кумасе смотрел, я не понимаю. Абузер. Промахи чего? Ну, я вообще-то это готовил все немного под другое. Ну, чё, чудеса хотел строить? Конечно, и домик красивый. Ну, не переливается промп на поселков, на коп, если карточку ставят. Ну, то есть, ты не получишь 50%. Спасибо, но мы хоть что-то да знаем. Он сразу то посадил губернатора. Наверное, Виктора. Настроили сейчас строители, чтобы все вырубать. Ай, давай. Ну, мы вот сейчас за один ход уже сделали 4. Ну и что? Ай. То есть мы так тесненько, да, втроем, я так понимаю, здесь живем. Что-то фанцы во все тяжкие. Ну. Ну, у грека есть территория сверху, это он просто решил нас подселить. А ты что, там разведывал уже, что ли? Да. И что, там много? Ну, у тебя есть территория сверху.
у него справа есть. Вместо этого ты видишь, вот прям вплотную к нам города ставишь. Как говорится, мы просто хотели убить. Еще лично. Так, еще строителя поставлю. Сколько у нас тут до героической эпохи? 13 ходов. Три кампус будет. Ой, боюсь, боюсь. А здесь центр коммерции. Это инвикшн, если я здесь поставлю город, как нормально будет. Даже секундочку. Строителя надо еще. Вот эту клетку купить и ее вырубить. Надо обработку железа отменить пока, я не хочу в бессмертных... Ну это совсем выходить. Уже возменять, ты чё, Артём? Три клетки от моего города, мы будем... У тебя даже не будет трех клеток в городе. Инвиктус, пускай ставит, мы его распилим, чё ты. У тебя даже не будет двух клеток, Артём. Двух клеток у тебя не будет в городе. Чего не будет? У тебя не будет даже двух клеток в городе. Житья у тебя не будет. У тебя будет минус 7, зачем тебе это нужно? Нормально. Мне еще 6 ферм надо построить для ускорения, так что давайте как раз 2 фермы около парса, это уже 3 будет. Теперь 4-5. Так, центр коммерции. Нет. 9 очков. Ну, у меня 4 хода, 4 очка за моего уникального юнита и 4 очка за мое уникальное улучшение. То есть мне надо просто еще где-то 1 очко. А 1 очко я получу за строительство любого района. Точнее, я уже много районов построю. Мне надо... Мне нету сейчас смысла... Блин, забыл, блин, вышел. Ладно. Это ладно. Просто хотел больше дуболомов построить, прежде чем выходить. Как ты их до сих пор строишь? Сломал лошадь тебе. А у вас там что, война? Не. Мир. А как ты лошадь сломал? Ногами. Кто там с качечкой воюет? Окей, я понял. Серьезный парень, я готов мириться. Я готов мириться. Качечка! Не, я думал, я сломаю лошадь, и все будет ток. А у него еще, оказывается, лошадь есть. Сейчас тебя сломаю. Ну, ломай. Что делать? Да. Ой, я не думаю, что у тебя получится. Я предлагаю забыть этот конфликт и разойти. Пока не стало еще хуже.
Я нападал. Конечно, эта клетка круче, но тут две клетки покупать надо. Ты не возьмешь лошадиней. Вот я говорю. Я понимаю, но лошадиней не берется. Боже. Поставлю город на железку, ахну меньше. Видите, как у Грека тупо тебе. Понимаешь, сверху. Это очень долго. Я предлагаю забыть об этом и продолжить игру. Не прощай его, Мунлайт, не прощай, он тебя на вшивость прощупал. Теперь говорит, давай мириться. Бомби его уже до конца. До танков. Тем более, что Качечка не очень играет в последнее время, так что он вполне там ошибится. Он вчера победил, между прочим. На кураже. Ну да. Он все четко, все правильно там сделал, очень сильно, очень хорошо. В чем претензии? Так. Мне надо еще построить пращника. Здесь пращник сделаю как раз. Ну так я тебя о чем? Построю. Так иди построй. Нет, я всю кромку уже потратил на лошадей. Так, ты же переливал, а я просил не обузить. А вы обузеры? Нет, мы не переливали, мы просто построили много строителей. Ну так, теперь... Ну... Что ж поделаешь? Давай, отъезжай. Знаешь, я могу строить я потихо. Тебе приходится больше промки тратить. Так что, да, в атаке я тебя не продавлю, там, Виктор, но и ты меня в атаке не продавишь. Так что я рекомендую тебе просто отъехать и продолжить строить домики. Я погорячился. Ты крутой чувак. Очень не хотелось в Америку селиться. Давай, отъезжай. Тем более, что ты тут возьмешь? Марсель без ничего. Я... Марсель мне не нужен, я думал на караван походить. Да ну, не надо, езжай. Он сейчас зайдет в город, я там мечника поставлю. Но... Все. Красавчик, уважуха, респект, союз до конца игры. Ты кинешь союз, а потом опять придешь, только уже на мушкетёра. Там лошадь меня отбиться. Ну, ты будь готов к этому. Будь на шаг впереди меня. Да, не прибедняйся. Ты же там почти улетел. Надо. Ну да, я много раз почти. Надо что-то один ход, вот военную традицию. Я сейчас поставлю города. Пошли просто, касаемся. И надо уже черную карточку ставить. Да, ход строить. Вот тут ставлю город. Ну, мы миримся, да? Ну ты кинь дружбу. Мы не можем пока, еще рано времени. Вот мы через 3 хода сможем помириться. А, через 8 ходов. Нет, город, через 3 хода. Следующим ходом 3 хода помиримся. Надо менять. Все. Надо ставить черную карточку. Ну, ты можешь забрать с Кумаси, например, чтобы на тебя не агрились Кумаси? Люди. Ты так, не агрись. Три. Это просто люди злые. Ты злые люди. А, варвар у меня разведчик убил. Сволочь. Может разведчика все-таки построить и пойти и попробовать у Грека все эти руинки собрать? Не, на самом деле все не так уж плохо, у меня правительство не так. Ну, видишь, какой молодец. Я считаю, это тимплей.
как грек. У грека рядом со столицей этот галапагосские, ну как немец, там его? Дай дружбу, пожалуйста. Это кто? Это дружелюбная Франция. У грека рядом со столицей галапагосские острова. Там две клетки на 4 науки. И он просто, исследуя, поставил так города, что теперь он не может там возле этого чуда поставить ничего. У грека и так 30 науки. Так, смотри, голландец. Мы про другого грека. Голландец, смотри, я предлагаю выкупить по одной клетке, чтобы у нас с обоих была ферма крови. Ты выкупаешь вот нижнюю в Харлеме, а я, вот видишь, мои две фермы, еще одну, чтобы было проще. Согласен? Можешь сейчас выкупить? У тебя деньги есть? Ну да, я шляпался. Вот, смотри, я эту беру, а ты ту. У нас будет рочек. У нас все равно не было железа, поэтому мы не могли. Ну, я видел, что не было железа. Я думал, две лошади. Я бы эту сломал и продавил, а у тебя третья была. Или тебе дали? Ну, мне дали, но если бы Колизей. Дали, смотри. Колизей. Я вот сейчас ставлю город, и у меня уже все окей. Красавчик. Ну, я все равно караван ввел. Германия, вы дадите нам дружбу? Я тебе не могу ее дать. Ходи, я тебе дам. Это потому что я черный? Почему не можешь? Потому что нет такой кнопки. Да, очень странно. Сейчас. Ребята, у нас еще и нанмодол есть. Да. Не знаю. Спасибо, что проинформировал. Все, я закинул дружбу тебе. Оказывается, вообще далеко. Блин, так тут тоже ничего не... Тупо вокруг американца, как будто бы все ГГшки раскидали. Это ты так меня ГГшкой обозвал? Нет. Как ты знаешь, когда дружба заканчивается? Никак. Открываешь человека, с которым у тебя дружба. Наводишь на our relationship и declare it friend. И там выскакивает, когда. Ну ничего себе. Ну, Франция объявила дружбу с Америкой. Я не вижу когда. Это 5 ходов. Там колизюка, ребята, сварю. Короче, будет через 5 ходов. Ход 4 минуты, господи. Это же шикарно. Блин, уже 44-й ход, грустно. 44-й ход, 4 города, блин, противник. Просто вся промка нахуй. Фига себе, ты лошадей надел, ты ж мог меня убить. Зачем ты на 367 наделал лошадей? Ты мог просто снова убить, наверное. Не мог. Ну, тут их хоть и много, кажется, но на самом деле их много штук. А, ну, да ладно. А, не, вру, 7. Просто подметки. Ну как, вот они все на фронте стоят. Небольшая армия. Ну то есть если нападать внезапно, это большая армия, а если... Стоп, готовится, может мне здесь лучше какой-нибудь другой район, а кампус тут? Самое что отвратительное, что мы не успели взять карточку от этого. Да, наверное так, давайте я тут еще для рабочего сделаю, чтобы вырубить этот лес. Thank you.
Что-то там справа Америка есть. Я. Блин, не могу решить, что в парсе строить уже который есть, ход. Там какое-то чудо. Здорово, у меня есть два железа, это значит, что... Ты понимаешь, что у нас у всех есть шоколад, да? Грек, у тебя есть шоколад? А ты какого грека спрашиваешь? У меня нет, например. На, у меня нет пока. Даже три железа, блин. Сейчас могу рыцари без военных лагерей строить, что-то я вот про это. Сейчас будет. Так, ну надо еще сюда сбегать, посмотреть, что там. Так у тебя же есть один апельсин. Тридцать три культуры, но это все. Грек, 20 с чем. Что, мне принимать или нет, Инвиктус? Да, принимать. Как всем показать? Водку, мазь, короче. Там можно на нее тыкнуть на метку и кинуть ее в чат. О, от меня это фиг знает где. Подождите, воинс и качечка разные метки кинули, какая правильная? Воинс пошутил. А, воинс пошутил. Ну все равно у меня от меня этот кумаси где-то за Китаем. То есть мне Инвитуса надо вынести, чтобы кумаси вынести. Может, Инвитус убьет? Он любит убивать. Только тебе надо эти... Три рыцаря, Инвитус. Три рыцаря. Ты может гавань идешь, открыть один ход, построить в парсе уже сразу гавань. Инвиктус, если что, мы не против, будем ускорить себе национальный. У нас есть лошадь для этого, которые будут заканчивать. Там надо формальный повод. Да, я всю деревню мать. И чё? Он ее сломает. Да. Ну что, там за освобождение. Там же за освобождение. Войну можно объявить просто за то, что он обижает его напичка. Но даже после сразу объявления по этому. Так там, наверное, надо в технологию какую-то выйти для этого. В оборонительную тактику позволяет объявить войну державе, которая напала на один из ваших союзных городов государств. Ух ты, круто, не знаю. Так что давай. Вперед. Вперед, Инвиктус, не боись. Я тебе помогу. Тут Виктор явно сидит. Ух ты, тут такая тундра огромная. Кстати, качек, ты будешь заселять эту пустыню, которая слева подходит? Нет. Я уже... Такая вкусная, такая сладкая. Я уже все, короче. Даже такого лобаса, как я, не смог. Ладно, так ты начну залпы приемов тут строить. Парси, давайте переключу сразу же на гавань. Вот у всех получается. Нет, Сузак, наверное, амбар надо построить. Так, сколько у нас ходов? Ой, еще дофига. Или идти уже в рыцарей? Качка, что лучше, трудовая дисциплина или хоровая музыка? Смотря сколько у тебя будет священных мест. Трудовая дисциплина. Нет, если у него в каждом городе священка раскачана, то хоровая музыка. А так трудовая дисциплина лучше. Трудовая дисциплина по-любому лучше, потому что он сможет её... Вопрос один. Жаждущий разрешения. Ну... Губ у меня тут так стоит, что если кто-то сильно меня потенирует, я не смогу перебить послами, мне проще его забрать. Ну так забери сразу, чтобы мне даже послов не тратить. Ну так неинтересно. Надо наоборот, чтобы послов потратили. Забери, забрать.
Извини. Слушай, там сейчас походу сгорит. Нет, он не захватывает. Ой, я аж двоих. Чё могу? Че это за лучник, который там стоит, охраняет проход? Пингал, наверное. Прошей. Тарс. Не вижу там лучник. Много. Через города Грекочку сюда пошел. Там у него дороги проложены. Так, мне 6 ферм надо. 8 войск. Военный лагерь. Ну, в наемники надо выходить, я к тому. 6 ферм. А мы на 50-й ход грузим сейф или на 51-й? Ну, пока еще все справляются, то давай продолжим, если кто-то будет... Нет, не бывает, не справляется. Я считаю, надо больше времени. Я успел закончить до 8 секунд до конца хода. Тут прогресс. Так, у нас караваны бегают. Из Сусса, Экбатан и Спарды. Наверное, Иисус надо будет отправить следующий. Я только один город-государство нашел. Нормально вообще? Так, вот еще ферма, это пятая. Вот шестая ферма будет. Надо вырубать вот здесь. Здесь построю ферму, потом железо обработаю. Афины, Микены. Ну ничего, такие города у грека. Что уже? Там видел, сколько культуры? Там же прямо масса. Сейчас я потенциально. Ребят, это так может не надо тогда с греком что-то там? Или кто это? У кого? Ну, так... Или ну, это Нидерланды? У кого там много культуры? Голландия. Может, он не надо с голландцем ничего делать? Этот человек на речке построил. На том бережочке. Да. Мыло, Марусенька, белые ножки. Что, американец не против, если я сюда город поставлю? Да вроде бы нет. Блин, тут вообще на производство. Знаете, я
Железо, да. Чтобы амбар быстрее построился. Наверное, вот эту клетку. Амбар надо быстро строить. Тут город не растет, нифига. Ну вот зачем он Микену тут поставил? Так, справа там от вас есть что-нибудь? Француз снимется. Хотя... Ему получается, собственно... Ну вот знал бы, что он тут чудо, он, конечно, тут выпорот поставил. Что вот тут... Прорвать немца только вода. А, так тут не так уж и много. Я за китайцем и греком. Ты китайца нашел? Китайца нашел, грека не нашел второго. Ну вот я за ними. Неужели у нас такая карта большая? Я тоже никого не нашел, кроме китайца и грека. Ну если китайцы проход даст, я к вам доберусь. Нам никто не нужен больше, зачем мне кто-то нужен больше? А вы слева от Вавилона, что ли? Да. Китайца ненавижу, считаю, надо его убить. Он убил мой Марсель. Это что уже? Он взял богиню болота. Причем в Марселе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, понял. Так, все, делаем сейф, грузим. Я реально не успеваю тут всем заниматься. Взяли сейф, поменяв таймер. То есть было 120 секунд, теперь будет 240. Я, наверное, еще даже не один поставлю. Возможно. Но у меня просто слева море, поэтому там не поставили города, чтобы он баф выделил. Ой, очевидно, у нас тут посел такой. Не халявный, возможно, лишний. По-моему, у меня не крутит. В смысле, мы уже загрузились? Да. Это только ничего, как я сказал. Я чё? Не атакуй. Вот Занзибар надо будет отправлять. Какие послов? Проблемы? Кто у Занзибара? Ну, Артём, естественно. Что Занзибар дает? А, гвоздику и корицу, да? О, зато да? Сразу загрузился в темный век, так, сразу спокойно все стало. Так, надо будет кампус тут строить, но не сейчас, надо еще бананы собрать. Может, водяную мельницу? Амбар тут не нужен. Блин, ну тут на колеснице, нафига мне тут против варваров? Где у меня тут варвары? Давайте откроем мистицизм и начнем колесницы строить. То есть я тут уже так начну без карточки. Ну и тут одно очко. Я даже, видите, не буду сейчас своих уникальных. Одно очко осталось, а ходов 10. То есть я вот кампус дострою уже в героическом веке. Ледниковые ярмарки ускорены. Это, по-моему, 4 торговых пути. Да, вот фермы осталось сделать. Кстати, в феодализм я пойду, что тут? В бездна Германия, вы будете селиться на зеленом континенте? Слушайте, я даже... Ой, феодализм, блин. Я же один ход открывал. Я шифтом, шифт не нажал, понимаете? Зеленым? Я просто уже город под чудо чудесное поставил. Вообще не планировал. Ну, замечательно. Тогда я
поставлю там где-то на море. Ну, тут, если там амбуаза, ты пойдешь не справа, но не направо. Ну да, ну где-то вот на море, к продавцу, я там гляну, как по рыбе. Да рыбы там две клетки наверх пало. Ну откуда они вышли? Ученичество, что ли? Ну, если надо в твой ставить. Но мне можно будет туда поставить, да? Чтобы вы ко мне не имели претензий, сэр. Что, кто-нибудь хочет? Я могу тебе дать дружбу. А киностудия это что и где вообще? Киностудия... Это вышки. Караван ходит в Стокгольм. Соответственно, там будет этот торговый пост, и мы сможем спокойно торговать. Пускай ходит. Что? Пускай ходит, ничего против не имеем, но... Думаю, что с Союза у нас такое не получится. Ну, то есть в этом мало профита. Ты ж, вообще, ты ж вообще в Кумасе там посылать должен, не? Я в любую дубежку могу посылать. Она ко всем дубежкам. Ну, то есть у тебя и столица во все дубежки. Так, по идее, должно быть. Ну, у меня сейчас просто мало караван. Мы сейчас отстраиваем. Ну что, собрал он все уже руины, блин. А знаете все почему? Не, вот еще есть. Может мне туда... Покачено? Брас, ай, вот еще. Надо плыть туда, чтобы варвары не мешались. Потому что остров необитаемый. Пастбище и плантация. Пастбище. Слушай, это скоро все едет? Слушайте, ну надо строить. Не знаю, почему никто не поставил. Видимо, не было оленей ни у кого рядом. Ты не хочешь дружить со мной? Конечно. Как только я со своей 12 культуры выйду в него, я дам тебе союз. Потому что у меня нет Кумаси. У всех есть Кумаси. Следующим ходом ускорю. Потому что у меня три полоски лугов. Между тундрой и пустыней, вот почему. Мне надо будет торговца вот с этого Потерь. Рынка из Пасаргат в Афины отправить. Я думаю, что мне надо не Эритрию атаковать будет, а именно Афины по этой дороге. Он, по идее, где-то вот так должен будет проходить. То есть взятие Афин это очень сильно. И, конечно, может отвалиться там по лояльности. Вот я уже в героическом веке. Прям, ну тут не совсем. Будет понятно, что у других, конечно. 69, 80, 84. Ну, империя у меня большая. Так хорошо стоит. У меня два лучших Качечка города. Качечка тоже Леон героически вышел, я думаю. Немецкая, а где твои ганзы? Грек тоже в героическом. Их пока нет. Блин, вот плохо то, что сейчас Грек будет бегать и мои юниты смотреть. Ну это Грек. Ну вот ты как думаешь, а? Ну зачем ты? Убей так. Ее просто. А случайно, блин, великого человека нанял, понимаешь? Посол да, и... Да. Иди убей, пока кавалерии. Лошадь есть, пока там не выросла защита. Ты не сможешь удержать Грек в игре. Че, ты что ли? А
Он сейчас акрополин откроет и заберет все. Ты уже вышел благодарить. Я понял, что у нас два грека в игре, так что там про другого грека говорят. Потому что сейчас она дофига ничей каких-то, у него будет больше защиты еще. Блин, ну я вообще так подумал. Если тут никого нет, я же здесь могу поселиться рядом с Масей. Конечно. Ты убить его. Дофига места. Я там селюсь. Понимаешь, что ты не селишься? Кто раньше успеет? Слушайте, ребят, ну надо Кумаси, я не знаю, вы чем дольше вы телитесь, тем быстрее у чувака всякие бонусы появляются. Его перебьют ее греки. Так, давайте пока стримы отложим. Водяная мельница, открыть. Древние стены. Не железо для ускорения, не камней для ускорения. Ну, Алексей, подним. Что у нас с приватами, ребята? У нас есть приваты? Нету. Может, проголосуем? В смысле, если вы играете с сообщением, то без приватов. А где демократия? Демократия для игры должна быть. Не, займи полтосик. Отдам через 3 хода. Кому ты обращайся? К немцу. Нет, варваров надо выпилить. Так, один ход пооткрываем, потому что кампуса я тут строю. Будет у меня скоро 2 кампуса. Две гавани у меня. Кому будет. Ты обращаешься? Спасибо. Картографии. А, подождите, я не могу сейчас скаутом. Давайте сюда строение. Я не могу сейчас скаутом на море спуститься пока. Давайте по городам пройдемся. Кого будем спасить? Ты можешь поехать убить ее? Да не то чтобы мы не нравится. Кламера не убивает. Что? Убей, пожалуйста, Кумаси. У Амера много мест, где можно селиться. Никто ему не помешает. Мне не нравится. Грек тоже очень классно развивается. Я уже взял все, что хотел. Да, ну, конечно, я все-таки тут не дофига территории. Ты городов больше не будешь ставить. Мне, конечно, помешали сделать красивый шестиугольник. По саргадах покупаю торговца. Ускоряем феодализм. А, тебе Гронинген помешал? Ага. Германия, я посмотрел, как бы, ну, мне зачем селиться. Я не мы буду. Тебя тогда не видели, что, мы та, что ты там. Что думал, ты слева. И никого нет. Так. Короче. Тут прятать свои юниты, не знаю, куда грек там побежал. Даже решил не смотреть, что это меня. Акрополь. Не хочу, чтобы
Он был сюзереном Занзибара. Так, кампус. Артём у нас в пост, да? Чё, Артём? Пост? Да-да. Что за несправедливость? Пост? Пост. Окей. Ну, странный какой-то вопрос. У грека 5 градусов, а у меня 6. Нет, я тоже странный. Ну, он писателя хотел взять, а возьмешь ты. Ай-яй-яй. Короче, с этой войны уже ничего не успеваем. Слава богу, еще не хватало, чтобы ты успевал там что-то. Уже выйдя на вильницу, древние стены. Так ничего не можем. Как не может? У тебя одна из сильнейших наций в игре. Круче только Япония. Ну, а может быть и круче, но... Кстати, тут есть красивое пустующее место возле Стокгольма и город под акведук. На мрамор, гипс вообще, почему тут он стоит? Голландцы одна из сильнейших наций в игре, только если у них реки есть. У него есть реки. У него всего есть. Почини лошадку, мой глаз пылает. Ну что там, собираетесь тогда выносить его, чё вы? Я хотел, но ему дали лошадь, понимаешь? А что, надо было не давать? Конечно. Ну, сейчас будете страдать с голландцем. Я же напал не потому, что у меня все хорошо. Если бы у меня было все хорошо, я дальше селился. А чтобы помочь всем, ты напал? Конечно! Я вообще делаю все ради мирового блага. Да Артём, вот то, что ты сейчас пришел сюда своим торговцем, который тебе... клетку даст. Это, как ты понимаешь, не очень красиво. Я думаю, что и китаец тоже расстроится. Ну, это же второй радио. Мне придется вот так делать, чтобы... Теперь китаец точно расстроился. Чтобы ты просто не захватывал. Те же просили не строить ту территорию. У тебя место еще сверху есть. Так ты еще клетки тут пытаешься таким образом нажимать. Да, сейчас иду, хорошо. Тут военный лагерь, кстати, хорошо, хорошо зайдет. Блин, не совсем удачно. Давайте тогда и Старса отправим. Так вот, дорога мне не очень нравится. Ага, вот это нормально. Давайте я сейчас, наверное, отправлю. А, второй куда кинул уже, и Старсов по Саргады будут. Так. Блин, а может в кавалерию спокойно идти, а не рыцарями нападать? Построю колясок побольше, ну в принципе, потому что я смотрю, что мы как-то ровно идем. Ну, то есть они впереди, но они потому что просто в ученичество вышли, скорее всего. Германия, я все-таки рекомендую тебе под акведук поставить город, там где холмы классные, два люкса. Еще где нашел? Ща, как тебя зовут?
Вот тут хороший город, мне кажется. Мне... Да, наверное, надо в кавалерию рыцарями. Да, там. То есть мы и так уже, мы ровно идем. 27 ходит, но... науки. Ну, у тебя будет еще пьяности или хлопок? Ганс тоже всего на плюс 4, но сам город очень хорош. 56,3. Ферма тройки, много, много холмов. Ну тут может, китаец по союзник? Науке, конечно. О, китаец. Че, будет пьяность или хлопок? Блин, ну проблема, что в кавалерии грек уже будет в корпусах. Я пьяный синий хлопок, Инвиктус. Только-то отправить, и потом уже засредно. Нет, не сам. Надо. Когда есть кумаси, не надо. Зачем тебе куда-то отправлять, если у тебя есть кумаси? Без комментариев. Ты просто в карточке быстрее выйдешь, больше профит получится. Вот вы все стонете, но в игре, я так понял, два грека, и они не могут акрополями перебить вшивого голландца. Ты чё ты обзываешься там? Ну ладно, любую вшивую другую нацию, которой нету дополнительных послов. Алексей, ты скоро выйдешь в госслужбу? Короче, я пошёл. Не очень. К вам. Я бы караванчики бы подпускал с тобой. Ну, я согласен. Я еще могу тут все-таки какой-то город поставить. Где-то. Ну, на побережье, наверное, тоже можно. Кстати, вот здесь. Какой-нибудь собор Василия Блаженного построить. Ну, это пирс. Привет. Да, увиделись наконец-то. Тоже кидает постоянно. Что, у меня сейчас счастье должно быть в городах просто немерено. Ну, экстаз это точно. Там героический век, 4 хода еще. Отъездили. Я очень рад тебя видеть. Я тоже. Блин, как эти лошадьми расчищать лагеря варвар, где там кольт. Ты тремя лошадьми бьешь, и они умирают. Слушайте, а я всадников не смогу строить без вторых лошадей. Мне вот этих лошадей надо обработать. Вот грек пошел смотреть.
Слушай, Артём, я надеюсь, что ты шелк не будешь добавлять к себе, или собираешься добавить и шелк еще? Ну, у тебя же есть один. У тебя он тоже есть, прикинь. По идее, кампус... А, я сейчас кампус как раз ускорил. Блин, бонус от соседства кампуса. Шесть надо бы. Ходов. Американец, подумай. Не ешь. Давай лучше со мной. Это злобный грек, он в любом случае выиграет. Вау. Мне хватит на всех. Я уверен, что тебя не хватит на Голландию. Меркантилизм ускорен. Да, он будет в танке. Да не выйду, я хватит 20 науки. Ну ничего, это время или? Если это я выйду в танке. Давайте я выйду. 8 наземных у меня. Какие сравнить с вами культуру? Ты прачника, четвертый. Дуболом 5, это колесница 6, да, все, скаут, короче, еще 2 надо. Главное преимущество по культуре. Наемники ускорить. На всем остальном. Вот пока что не сказывается. Ну что, не будешь всю игру кампуса строить? Конечно. Кампуса не слаб. Да ладно. Ну что-то я не взял губернатора. Да зачем? Я что там ходить должен? Как я могу ее видеть, если у нас нет... Давайте я этих... Амани кину в я Занзибар. Вижу два торговых центра, две театралки. Но надо на пшеницу район впихнуть, чтобы они еще получили бон. Ну, еще в будущем планируется. Но... А, ну ты Голландия. Это же район. Все, собрал он тут. Не дает бонус за реку. Тут уже собрал, ну, тут еще осталось. Просто вместо театралок мог поставить конкурса на плюс 5 и убить всех, кому когда. О, Вавилон. Но... Нет. Прикинь, они не забрали рабочего, Как стреме изучено. А, ускорено, фу ты. Меняю ртуть. Давай. Ну, покупать я сейчас выйду в героическую эпоху, и тогда уже куплю. Рабочего в спарде, это вообще дешевле я будет. Сначала предложу, а у него нечего, да. Ну, предложи, я не против. Немец, у тебя будет какой-то дубликат? Сейчас, секунду. Я только за. Твой друг немец, мой друг немец. Всем это так экстаз полный. Через пару ходов будет. Кто? На этом пока все. Продолжение будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!